дорогие, привет, привет, привет. Умывалась, блин, мыло в глазу. Только что умывалась лицо с мылом, чтобы маску сделать. И мыло попало в глаз. Так я Дафа мою. Надо, верно, покупать себе Johnson's Baby. Johnson's Baby без слезок. Поставлю варить кофе. И налеплю маску на лицо. Вы представляете, я сплю как хорёк. Просто сплю, просто засыпаю. Просто я такая Соня. Я сама от себя не ожидала, что я такая Соня. Так, надо сделать потише огонь. Надо сделать потише огонь и пойти на балкон, сделать себе масочку. У нас опять дождь. Слушайте, я сама над собой прям удивляюсь. Даже не заправила диван. Фух. Блядь, как хорошо, как свежо. Я вчера даже с мамой не разговаривала вечером. Представляете, 22:13, я уже телефон выключила, я уже легла спать. Мне мама звонила, я сегодня утром включила телефон, там это, вам, типа, мама звонила, абонент звонил в 22:13. Время 10 еще не было, я легла спать. Ясно? Вот так вот. Сейчас я сделаю маску. Тик-тик-тик. Я ведь дама-то уже возрастная. Тик. У меня подружка есть, Олеся. Та, которая в Англии живет. Она всегда делает тканевые маски. Она их делает везде, в машине. Та, которая скрипачка у меня подружка. Она ей, когда едет в машине, перед выступлением, имеется в виду. Какая-то недорогая маска, но мне ее подарили. Когда я ездила на день рождения к Татьяне Геннадьевне, когда мы ездили в Реж, на эту... Так, что там надо делать? Так, предупреждение. Избегать попадания в глаза, не наносить на поврежденную, раздраженную или воспаленную кожу. Это, блядь, сначала сделаю, потом читаю. Только для наружного применения. Ну нет, блядь, я ее съем сейчас. Беречь от детей, хранить при комнатной температуре. Не использовать повторно. Так, маска понедельник. Это, оказывается, маска понедельник. Первый шаг к идеальной коже, о которой вы так давно мечтали. Экстракт ивы, входящий в состав маски, деликатно очищает, выравнивает тон кожи, сужает поры. Гиалуроновая кислота увлажняет увлажняющий комплекс. Делают маску более упругой и эластичной. Какао-бобы наполнены активными компонентами, которые смягчают и питают кожу. А как ее снимать? А, вот, как раз так. Очистите лицо, расправьте маску пленку на 10-15 минут, ополосните лицо. При желании остатки маски можно не смывать. При желании остатки маски можно не смывать. Так, ну тоже сейчас. Я вчера вечером купила арбуз. Думаю, поем-ка я арбузику. Вы что думаете, у меня даже руки до него дошли? Я доела свою картошку. Блять, как из фильма «Крик», да? Ой, мамочки. Я доела свою картошку. На ночь я вчера капитально вычистилась, так что я даже до утра в душ не пошла. Доела картошку, значит, свою. И легла спать. Тик-тик-тик-тик. Так, чего я села?
Не знает, у меня там кофе варится. Давно не убегал, что ли? Ой, блядь. Он убежал. Но обещал вернуться. Посмотрите, что я сделала. Мы сейчас сварим новый. Если я такая ебанутая, если я забыла тут же про кофе, вообще в идеале, конечно, чтобы мне кофе варил любимый мужчина с утра. Но так как, блядь, любимого мужчины нет, варю это сама и делаю это плохо. Да твою же мать, а. Ну, сейчас она остынет, я ее буду мыть, что делать. Так. Где? Что, забыли, да, меня вот в этом платье-то уже? Забыли? Сама, блядь, себя в нем забыла. Вот, нашла. В этом, в комоде. Так. Сейчас я буду тут его стоять, караулить. А. Блин. Знаете, стою и думаю про себя, что она сейчас зажжется. Это у мамы же с электроподжигом плита. Забыла, вообще забыла. Просто забыла. Сейчас банку заляпаю. Все руки в маске. Сейчас остынет, буду мыть, что делать. Нет, горячая еще. Горячая. Даже я бы сказала, что очень горячая. Ах, шипишь еще? Еще шипишь? Что там опять дети, да, умерли в каком-то палаточном лагере? Хуевая просто. В Архангельской области. Архангельск, да, вроде бы. Только что включила «Доброе утро», и сразу же такая новость началась. А, бля. Красавица, да? Еще и шипишь. Но мне надо поднять тебя, потому что под тебя по-любому что-то тоже налилось. Да блин. Хочу ее поднять. Подожди. Во. Тут протрем. Все. Ничего не протирается. Как сделать так, чтобы вот раз так и выспаться? Вот как? Скажите, пожалуйста. Я не могу так сделать. Я не могу снимать вечером. Вечером у меня вообще у меня язык не попадает на, как сказать. Я вчера еще поговорила по телефону с Мишкой, со своим другом. Все, блядь, я не могу. Я с ним до хера говорила. Час, может быть. А, не только с Мишкой, а потом еще с Еленой Владимировной. Это Лехина мать. И все. И я прям хотела снять видео там,
Где такая деловая? Пришла из домой, купила арбуз. Ага, блядь. Я мне даже сил не хватило это сделать. Тик. Тик. Одну половинку помыли. Ой. Что такое? Нож почему грязный? Я чак-чак вчера кинулась жрать. Ой, блядь. Я же согнуться не могу. Давай, упади на то, еще разбейся это. Разлейся. Давай, давай. Чего ждать-то, блядь, еще доброго? Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Так, время 35:08. 35:08. Я успею еще. Я сварю себе кофе. Сниму маску, пойду на балкон пить кофеечек. Я не могу даже, когда у меня в раковине посуда грязная стоит. Вроде бы посуда грязная, но она должна быть чистая. Без всяких остатков пищи. Блядь. Я прям по краю по краю этому хожу, да? Кофе уже опять практически чуть ли не закипело. Я встаю тут и ебашек ловлю. Так. Так, так, так. Сколько там? Сообщений нисколько. 7:35. У меня же телефон-то на беззвучном. Вот так вот люди газ включат и решат жизнь самоубийством покончить. Да, блядь. Ничего не хочу делать. Никуда не хочу идти. Вот серьезно, никуда не хочу идти. Хочу быть дома. Хочу быть дома. Кто придумал вообще 5-дневный рабочий день? Да еще и по 8 часов. Меня там спрашивали, люблю ли я холодный кофе. Да, иногда люблю. Иногда это вообще клёво. Ой, брелягу-ка я. Так-то клёво, между прочим, маску с утра делать. Ага, прикинь, какие у меня брови. Ой, не могу. Так, я с маленечко полежу.